Третий международный фестиваль «Студентская весна» краин БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества открылся на передодні у Ставрополе. У форуме принимают удел 2500 человек с большим 20 краин света. Одна из самых шматликих делегаций – белорусская. У ее составе студенты, активисты БРСМ, переможцы и лауреаты республиканских и международных проектов, представники молодежных парламентов, журналисты. Представники Гомельской области на форуме презентуют уласные распрацовки. У нас в рамках этого форума планируется форум лидеров, на котором молодежные лидеры с многих стран, более 20, поделятся своим опытом, как быть лидером в своей стране, что это такое, какие у них есть общественные объединения. Также мы презентуем здесь проект, который был рожден в Гомельской области, это «Папа Зал», и мы поделимся своим опытом. Удел у международном фестивале прямая и делегат от телерадиокомпании «Гомель» корреспондент Ганна Каральчук. Сегодня она выступает с докладом на форуме молодых журналистов. Тема – молодежный контент на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Фестиваль «Студентская весна» протягнется до 9 червня. На протягу тыдня у Ставрополе будут проходить встречи, конференции, конкурсы по 7 направках – адукация, лидерство, медиа, спорт, прихожость, музыка и мастерство. Привет, Ставрополь!